Вот это наши вещи, очень много вещей. Смотрите, как их много, очень много. Это люди, люди. Студенты исторического факультета, которые едут с нами на восхитительную экспедицию Александры Владимировны Зуевой в великолепную Беловежскую пущу. И я еду вместе с ними. Это будет великолепно. Девушки, скажите, как вам практика? Да еще не началось. Да? Точно. Сидоровичские уже грузятся. Мы будем по ним скучать. Я надеюсь, они хорошо проведут время. Будем же держать за них почки. Держи за нас почки, Денис. Буду держать. Держи за нас. Держи за нас печень. Печень, почки, все буду за вас держать. Все, что можно. И что не нужно. Мы идем за матрасами, мы будем их грузить в грузовик. Пацаны, что вы скажете по этому поводу? Халявы не будет. Халявы не будет. Вот это матрас, это я понимаю. Используйте все оружие, устанавливайте взрывчатку, занять оборонительные позиции, вперед! Очень тяжелая ноша, три этих коврика, я не знаю, как я занесу из последних сил, руки дрожат. Ребятки, чего вы ожидаете от практики? Я так и думал, спасибо. Это наше сокровище, наше бесценное достояние, наше наследие. И это мы должны сохранить или не сохранить, не знаю, как получится. Блин, 700 скажешь по этому поводу. Все очень плохо. Все очень плохо. Но мы продолжаем грузиться, мы идем в подвал. Никогда еще не был в подвале исторического факультета, мне очень страшно, вы не представляете, как мне страшно. Все, я остаюсь здесь жить, мне здесь нравится. Я не пойду на практику, я остаюсь здесь. Мы несем ящик с оружием. Бомбанем к концу практики, пацаны. У-ху! В туннеле становилось все холоднее. Мы с Мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху, наедине с воющим ветром, наедине с чудовищами, наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. Смотрите на мои пальцы, с ними что-то не так. О май гад. Нет, подождите! Нет, нет, закрыли! Японский бог, кто так нас пустит лучше? Это наше национальное достояние. Вообще, какое национальное достояние? Ты картошку потерял. Фух, мы успели. Автобус еще не уехал. Все нормально. Отпустила. Все на месте. Отлично, тогда погружаемся и есть. Все. Пошла погрузочка, мы начинаем.